Каждому из нас хочется, чтобы наши желания исполнились. Стоит обратить особое внимание на то, что это можно сделать простым и достаточно эффективным способом, проверенным во все времена, с помощью стакана талой воды. Для начала нужно приготовить воду. Налейте в стакан воду, поставьте в морозилку, а после вытащите из нее и дайте оттаять. Сверху может образоваться корочка льда, ее необходимо выбросить. Вуаля! Вода готова к нашему магическому и энергетическому процессу. Первый этап заключается в том, чтобы перед сном отпить половину стакана, повторяя про себя в голове или же вслух следующие слова. «Это все, что мне нужно, чтобы найти решение проблеме, которая меня тревожит». Для усиления эффекта нужно держать стакан обеими руками. После этого необходимо поставить стакан у изголовья кровати и накрыть его белым чистым листком или чистым и свежим носовым платочком. Второй этап заключается в том, чтобы встать утром и повторить ритуал в качестве закрепляющего эффекта, допивая при этом оставшуюся воду. Ваша проблема или забота решится в течение нескольких дней. Это может быть связано с вещами с нами, подсказкой или элементарной помощью друзей или знакомых. Поэтому очень важно в эти дни быть внимательным к знакам судьбы. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал YouTube и на наш Instagram. Ссылка в описании под видео.